Добрый день. Такси у ворот. Ну, подходите, садитесь. Подходите, садитесь. А вот он я. Я. Бывает и такое. Так очень не было открытие. Ну, бывает. Куда едем? Восточная Куртова, тот же Вашингтон. 27-9. Заезд от Хаттабыча. Не, я думал быть, она против не едет. Да. Есть, да, снизу. От стекляшки, да? Да, от стекляшки сверху, от стекляшки снизу. Где? Мимо мусорки. Все знают нашу мусорку. И он меня донес до Советской, этот мужчина. Не парень, а мужчина. А потом ему вспомнили. Говорит, где вы ездили? Он тебя везу, я посмотрю. А говорит, куда заказывали? Я говорю, а Восточная Квартала. А я на Восточная Квартала только на Комарова. Я говорю, ну высадите меня здесь на Советской. Нет, не вас взял, когда вас отвезли. А это было половина седьмого вечера, уже сумерки. Ну, мужчина, да что вы смеетесь, а? Нет, и все. Представляешь, я в шоке. Да? Ну, довез бы уже на место, ну какая ты, ну... Нет, а его что-то заказ другой, очень хороший писал. Ну, короче, только... я расплакала за сумерки, смерти половины седьмого, а я такси заказала. Ну, это и человек такой. Ну, я такого уж не встречала. Ты сказал, пап, подойди отсюда быстрее под руку колено и иди отсюда. Если ты не... А вы не могли прочитать, что это не эконом? Так куда я за? Я просто не обращаю внимания. Тем более, человек я из больницы в таком состоянии. Он же не с циркой, не с тем. Он привез меня назад. Я пока успела поплакать, только чуть-чуть, а тут такси подъезжает. Ну, это вообще... Да не, ну бывает, ну садится человек, вот вызывают там, нет заказов, а потом одновременно с одного и того же места забираю, везу, звонят, а где вы едете? Я говорю, я еду. А куда вы едете? Ну, я говорю, куда заказывали, туда, на восток. Вы же пишите хотя бы, куда.